Приветствую вас на блоге студии компьютерной графики Pulsar. Меня зовут Василий. Это седьмой урок по моделированию. Моделируем дредноуты из мира Warhammer 40 000. На прошлом уроке мы закончили на моделировании пулемета. Не доделали, только начали его моделировать. Сегодня мы, значит, его доделаем до конца. И, надеюсь, будем моделировать уже вторую руку. Так, начнем. Для начала вот здесь вот командой Connect создадим ребро. Командой Alt X переведем в геометрию в прозрачный режим. И вот здесь вот поставим это ребро. Так, теперь воспользуемся командой Slice Plane. И вот здесь вот создадим разрез. Создали и удаляем вот эти вот наши полигончики. Хотя вот здесь вот тоже надо создать разрез. И удаляем вот эти полигоны. Теперь надо закрыть образовавшуюся дырку. Для этого воспользуемся привязкой. Так. Сначала до вот этого ребра, а потом зажатый клавиш Shift до вот этого. Командой Weld сольем вершинки. Командой Cap закроем. И командой Connect объединим вот эти вот вершинки ребрами. Так. Вот таким вот образом. Теперь снова сделаем прозрачным. Здесь выравниваем вот эти вершинки сюда. Удаляем вот эти полигончики теперь. И также с помощью привязки закрываем сначала до вот этого ребра, а потом вот до этого. Командой Weld сливаем вершинки. Командой Cap закрываем. Так, смотрим, что получилось. Хорошо все получилось. Теперь будем создавать магазин. Для этого создадим бокс. Так. Вот сюда вот его поместим. И вот до этой вот, до этого ребра вот так вот расположим. Теперь скопируем этот же бокс вверх. Скопировали. Теперь приплюсним. Вот так вот растянем в эту сторону. Приблизительно такое же расстояние растянем в эту сторону. И также здесь. И тупо скопируем его вниз. Зажатой клавишей Shift. Вот так вот. Так, теперь
Так, сейчас я попробую сообразить. Ага, теперь с помощью команды автогрид создадим бокс. Вот здесь вот. Вот так вот создадим. И вытащим его ровно настолько, чтобы он совпадал с чертежом. Теперь также с помощью команды автогрид создадим вот здесь вот такой вот цилиндр. Вот таким вот образом. Теперь начнем править наш магазин. Скроем пулемет. Ага, у нас он, как вы видите, совсем не такого размера, какой должен быть. Поэтому выделим его. Вот это приоттачим друг к другу. И вот так вот растянем. Теперь создадим здесь ребро. И здесь команды луп, как бы по кругу все ребра выделим и чамфером вот так вот раздвоим. Теперь создадим вот здесь ребро. И вот здесь, приблизительно вот на такую глубину. Теперь также создадим ребро внутри, здесь и командой чамфи разделим его на три части. Вот так вот. Теперь поправим вершинки так, чтобы у нас вот это вот скругление было правильно. Но тут можно без фанатизма особого. Выделяем вот эти вот ребра и командой чамфер их тоже разделяем. Вот так вот. Теперь выделяем вот эти полигоны. Клавиши Delete удаляем их. Также пока скроем вот это. И тут также удалим полигончики вот эти вот. Вот так вот. Так, теперь тут придется выбрать вручную, тыкая каждое ребро. Вот так вот. И точно так же здесь. Командой симметрии пользоваться не будем, потому что я не уверен, что это симметрично. Теперь также зажатой клавишей Shift доводим вот до сюда, сливаем вершины командой Weld и командой Cap все это закрываем. Вот так вот. Делаем видимым все. Так, и начинаем работать дальше. Для этого
Тут вот все очень плохо стало видно. Создадим бокс, отключим автогрид и создадим вот здесь вот бокс. Вот такой вот. Вытянем его вперед. И зажатой клавишей Shift копируем вот сюда вот. И еще зажатой клавишей Shift копируем вот сюда вот еще один такой же. Переведем его в полигональный объект. И подгоним его под чертеж. Вот так вот. Будем считать, что с магазином закончили. Так, переходим на сам вот этот вот механизм. Все детали нашего магазина объединяем и скрываем, пока нам не надо. Теперь на виде спереди создадем цилиндр. Вот такой цилиндр, чтобы он у нас был такой же, как вот этот вот здесь вот. То есть, если присмотреться вот к этому элементу, то это как бы цилиндр, и полигоны у него отходят вниз. Сейчас мы его создадим. Вот так вот. Переводим в полигональный объект. Нет, сначала увеличим количество сегментов до 32. Теперь переведем в полигональный объект. Convert to, convert to editable poly. Сразу же на всякий случай копируем еще один такой же цилиндр, но отмасштабируем его чтобы он был как вот этот маленький. Теперь начнем с большого. Возьмем его. Так, и вот эти полигончики. Так вот, выделим и команда Extrude экструдим. Подгоним под чертеж. Так вот. И то же самое сделаем с маленьким цилиндриком. Также подгоним сюда. Теперь выделим большой цилиндр. И команда Extrude еще на небольшое значение экструдируем нижние полигоны. Вот так вот. Теперь выделим вот эти полигоны. И также, воспользуясь командой Extrude, экструдируем их вперед. На вот. Вот до сюда вот, чтобы на чертеже они доходили вот до этой линии. Выделили. И масштабированием по вот этой оси уменьшим их. Сделаем вот так вот. Теперь здесь выделим несколько полигончиков. Снизу. И также их экструдируем. Чтобы получилось что-то вот подобное. Теперь создадим бокс на виде сбоку. Вот отсюда и до сюда.
создали и подгоним по размеру так, чтобы вот этот бокс у нас умещался на подложку вот из этого сегмента треугольного, который мы только что. То есть вот так вот. Замечательно подровняли на всех ракурсах. Точку. Вот эти вершинки подогнали сюда, а вот эти вершинки вот сюда вот. Теперь, выделив вот этот полигон, экструдируем его вверх. Также подгоняем вот сюда вот. А вот эту вершину вот сюда вот. Приоттачиваем. Теперь создадим на виде. Так, вот это вот скроем. Это нам пока не нужно. Только мешается. А это сделаем полупрозрачным. Но даже это нам не особо помогло, потому что ничего не видно. Так, создадим вот здесь вот цилиндр. Количество сегментов можно уменьшить до 20 где-то, до 22. Да, до 20. Так. И повернем. Так, чтобы вот эти вот линии были ровными, без искажений. Вот эти и вот эти. Теперь перейдем в полигональный объект и растянем этот наш цилиндр вниз. Так, все-таки придется мне избавиться вот от этой детали на время. Я ее детачну. Потому что ничего не видно через такую толщу. И скроем. Теперь хоть лучше стало. Вот сюда вот подгоню. Выровняю. На всех видах. Вот так вот, замечательно. Теперь вот здесь вот создадим еще один цилиндр. Даже не цилиндр, а тюб. Вот здесь вот создадим его. Чтобы у него количество сегментов вот здесь вот было 2. Вот здесь вот циферку 2 поставите. И он вот так вот располовинится. Так, теперь уравняем его по центру. И масштабируем, чтобы он был точно такой же, как тот, что за ним. Даже можно повернуть его так же, чтобы все было ровно. Так, выравниваем. Вот так вот. Теперь переводим его в полигональный объект. Выделяем вот эти вот ребра. И экспериментируем на наше большое значение. Вот так, так вот. Теперь вот эти точки выделяем. И выравниваем с большим чертежом. Еще один цилиндр, вот здесь вот.
прямо внутри. Переходим вот сюда, вот выделим вот этот элемент, зайдем в Boolean, Start, Picking, удалим вот этот наш элемент. Так, у нас он такой маленький, что он не запустился. Надо, чтобы вот этот вот наш цвет был внутри вот этого объекта. Поэтому я проделал все то же самое. И он создает вот такую замечательную дырку внутри. Так, далее. Создаем цилиндр. Даже не цилиндр, а опять же. Вот здесь вот. Делаем наш ствол. На виде сбоку подгоняем их под чертеж, выравниваем точки, чтобы все соответствовало. И зажатый клавиш Shift копируем. Сначала в другую сторону, потом оба вниз. Теперь один. Вверх. И его же вниз. Вот таким вот нехитрым способом. Так, как у нас тоже тёрнешь немножко перекошенный, то и тоже лучше все подогнать. Так что все было правильно. Вот такой вот толстым. Блин, вот так. Так, теперь делаем его полупрозрачным. Создаем здесь цилиндр. На этот раз обычный цилиндр, не кюб. И вставляем его вот сюда вот. Вот таким вот образом. Теперь перейдем на оригинальную модель. Выровняем шинки. И внутри него создаем еще один цилиндр. Только более маленького диаметра. Это будет эта маленькая втулка там внутри. Мы ее вот так вот подставим и отмасштабируем. Переведем в полигональную модель. И вот эти точки сдвинем туда-назад. Так, теперь. Сделаю все видимым, чтобы посмотреть, нигде ли я не ошибся. Теперь надо создать вот здесь вот переходный такой вот механизм. Из одного механизма в другой. Так, для этого здесь создаю еще один цилиндр. Нет, тут надо создать не цилиндр, а прям вот этот же ствол взять и вот сюда вот его засунуть, прям вовнутрь. И отмасштабировать вершинки так, чтобы они вот сюда вот так вот ровненько. И приоттачим к этому все вот эти вот механизмы. Получилась вот такая забавная штука. Теперь создадим вот эти вот эти шестигранники. Это обычный цилиндр. Поэтому делать будем из обычного цилиндра. Обычный цилиндр с количеством граней 6. Вот так вот. Так, радиус увеличим. Теперь перейдем в полигональную модель.
И отправим. Вот таким вот образом. Несложно заметить, что у нас стволы как бы не имеют отверстия внутри. Поэтому надо проделать также командой ProBoolean вот эти наши отверстия. Для этого воспользуемся цилиндром. Увеличим его так, чтобы он у нас заходил на обе синие детали, на оба синих объекта. И раскопируем. О, количество сегментов, конечно, надо увеличить. Хотя бы до 20. И вот так вот тупо копируем. Давайте немножко его сделаем поменьше, потому что я боюсь, что где-то так, чтобы он у нас чуть-чуть был больше самого отверстия. И копируем. Даже можно воспользоваться вот такой вот штучкой. Копируем. И выравниваем. Копируем. И выравниваем. Тогда у нас она точно встает по центру. Так, теперь надо... Так, теперь надо их все приоттачить. Один к другому. Для этого переведем в полигональную модель один из них и приоттачим просто. Вот так вот. Теперь вот эти синие детали тоже надо приоттачить одна к другой. Вот так вот. Теперь вот эту синюю... Когда у нас выбрана синяя деталь, нажимаем на... заходим в геометрию, Compound Object, ProBoolean и выбираем вот эти наши цилиндры. У нас он создает вот такие вот внутри отверстия. Делаем все видимым. Теперь создадим вот эти вот наши маленькие боксики. Для этого создадим бокс один. Подгоним его таким образом, чтобы он у нас не заходил за пределы вот этого, вот этой вот детали. И копируем зажатой клавишей Shift. Приоттачим вот сюда вот. И стволы приоттачим вот к этому нашему синему элементу. Также приоттачим все вот эти вот объекты вот сюда вот. Вот так вот. Теперь создадим бокс вот здесь вот. Создадим бокс. Сделаем этот объект полупрозрачным. Выровняем бокс. Подгоним вершинки вот сюда вот. И создадим цилиндр вот здесь внутри. Уменьшим радиус до тех пор, пока он у нас не будет соответствовать этому чертежному аналогу. Вот так вот. Теперь также создадим здесь бокс.
Выровняю его на виде сбоку. Количество сегментов сделаем 2. Перейдем в полигональную модель. И вот эти две точки выровняем. И вот эту тоже. Вот таким образом. Сделаем полупрозрачным. И вот прямо здесь внутри создадим такой вот цилиндр. Получилось вот так вот. Так, теперь я посмотрю, что у нас тут еще. На задней части создадим бокс произвольный. Выровняем его. Так, тут придется на глаз, потому что чертеж не позволяет заглянуть. Как там это выглядит с другого ракурса, потому что вот этот элемент виден только на виде сбоку. Поэтому ориентироваться будем на глаз. Вот так вот сделаем. Потом командой Connect разъединим. Создадим здесь. Такой вот элемент. И еще один. Команда Extrude его вот немножко выдавим. И еще вот так вот в бок. Получился вот такой вот нехитрый предмет. Теперь подровняем примерно его на виде. Так, на виде сверху. Чтобы это все смотрелось как-то. Ну вот так вот. Теперь создадим маленький боксик здесь. Переведем его в полигональную модель. Выровняем. Также здесь создадим бокс. И выровняем вершинки также. Вот так вот. Теперь здесь есть небольшой надрез на как бы углубление вовнутрь. Вот это вот. Его сделать не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ну, сделать его не так сложно, но не так и просто, потому что. Так, для этого выделяем вот эту большую геометрию нашу. Выделяем вершины и командой Slice Plane. Сделаем здесь надрез. Потом повернем ее на 90 градусов. И сделаем надрез еще здесь. Теперь также слой с плейном.
создадим надрез вот здесь вот. Так. У нас получился вот такой вот маленький треугольник. И тут вот побольше. Нам надо сделать именно вот этот побольше треугольник и удалить его. Для этого маленький сдвигаем вот сюда вот. А вот эту вот вершину. Выравниваем так, чтобы у нас было ровно. Было ровно. Так, для этого пока скроем все, кроме этого нашего большого объекта, корпуса пулемета. И вот прямо вот сейчас вот. Вот так вот подровняем. И теперь смело. Так, смело удаляем. Берем вот это ребро и с помощью привязки тащим его вниз до вот этого. Потом выбираем вот эти два, бриджем и тут капом, закрываем. Все, делаем все видимым, отключаем видимость сетки. Вроде бы то, что надо. Теперь начинаем создавать патронтаж. Для этого на виде сбоку создадим вот тут вот бокс. Создали, выровняли, переводим в полигональный объект. Равняем вершинки так, чтобы у нас все было вровень вот здесь вот. Чтобы позавидовал любой джемшут из нашей Раши. Насколько тут все ровно. Так, теперь. После того, как выровняли, создадим еще один цилиндр. Ой, не цилиндр, а бокс. С автогридом. Прямо вот здесь вот сверху. Так, что у меня? Выделяем. Создали. Переводим в полигональный объект. И вот эти вот вершинки с масштабированием. Вот так вот. Совсем не сильно. Так, надо сообразить, как это лучше сделать, потому что на чертеже абсолютно ничего не понятно. Так, вот так. И вот так вот. Теперь поворачиваем его так. Пока нам не понравится результат. Так, еще вращаем. И вот тут вот немножко. Теперь сюда. Подгоняем все это дело. И теперь зажата клавиша Shift копируем на другую сторону. Вот сюда вот. Тут выровняем вот эти вот вершинки так, чтобы они у нас доходили до этого объекта.
И тут повернем в другую сторону уже. Вот так вот. Получилась вот такая штука. Так, сейчас проверю, так это или не так. Тут даже нигде подходящего ракурса-то нету, чтобы посмотреть снизу. Так, ну будем надеяться, что это так и есть. Теперь создадим сплайн. Зайдем в shapes, линия, отключим автогрид и создадим линию от приблизительного центра вот этого объекта. Так, создаем. У нас его не видно. В конце нажимаем правой кнопкой мышки, чтобы завершить создание. И он у нас появился в центре. В центре всей нашей сцены. Помещаем его по центру. Переводим в режим редактирования сплайнов. И вот тут вот уже равняем. Так, чтобы у нас активировать эти зеленые точки, надо подвигать его по вот за этот вот квадратик. Вот так вот, потому что иначе по непонятным причинам их двигать нельзя. Выравниваем все это дело. Подгоняем. Так вот. Замечательно. Теперь создадим один патрон. Для этого вот тут вот рядышком создаем бокс. Не патрон, а вот эту ленту. Будем создавать ее приблизительно так, как видим. Перейдем в полигональный объект. Создадим здесь ребро. Командой chamfer его вот так вот разъединим. Снова воспользуемся командой chamfer, но уже с небольшим значением. Вот так вот. Потом вот теперь на виде сверху создадим вот тут вот. Вот так. Нажмем вот сюда вот, чтобы на виде с перспективы вот сюда вот, чтобы у нас вот этот объект стал по центру экрана. Чтобы с ним было проще работать. Включим отображение сетки и экструдируем вот эти элементы. Так, и эти немножко тоже. Я тут немножко сдвинул сетку. Так как тороплюсь. Вот. И также экструдируем вот здесь вот. Вот так вот. Получился вот такой вот патрончик. Давайте еще ему сделаем чамфер вот здесь вот. Небольшой такой совсем. Вот так вот. И вот эти вот все-таки штуки поменьше. Спрячем их-то немножко не так, чтобы они выступали. Теперь выберем вот этот один сегмент. Тянем вверх, когда они приблизительно будут соприкасаться. И скопируем. Сейчас посчитаю, сколько штук нам надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 штук. Скопировали. Получилась вот такая лента. Переводим один объект в полигональный объект и приоттачиваем один к другому. Вот так вот приоттачили. Теперь нажимаем Modifier List. Модификатор называется Patch Deform. Вот он, Patch Deform. Нажимаем на него. И указываем вот этот наш сплайн как патч. Так, что-то я не понял. Так, патч указываем.
У нас он гнется немножко не там, где надо. Перевернем его на 180 градусов. И подстыкуем на свое место, где он у нас должен быть. Так, теперь выбираем вот этот наш сплайн. Да, это проще сказать, чем сделать. Сейчас его выбрать практически невозможно уже. Так, ну что поделать? Берем всю эту геометрию, масштабируем. Выравниваем. Переводим в полигональный объект. И уже вручную, каждый вот этот объект, элемент, вращаем так, чтобы у нас все было как надо. Для этого еще раз все это дело скукожим. Так вот. И начинаем теперь вручную каждый вот этот сегмент на небольшое значение вот так вот поворачивать. Так, замечательно. Теперь также подправим с этой стороны, чтобы у нас все было ровно. Выбираем немножко, двигаем. Теперь все их сдвигаем так, чтобы они у нас по центру были. Таких желтых полигонов, желтых боксов. Так, вот этот элементик еще надо сильнее пододвинуть. А следом за ним и все остальные. Некоторые придется сделать чуть-чуть поуже, по локальным осям. Нет, даже не по локальным. Так. Вот так. Просто выравниваем, пока не получим приемлемого результата. Вот так вот. Теперь еще также с этой стороны примерно подровняем. Также с этой стороны.
Вот так вот, замечательно. Еще я кое-что заметил, что у нас тут сзади. Они немного вот так вот находятся, поэтому лучше их сдвинуть. А спереди наоборот, вот в эту сторону. Насколько получится, равняем. Теперь создадим провод. Для этого создадим сначала цилиндр, поставим тут автогрид, создадим цилиндр. Вот здесь вот автогрид почему-то не сработал. Вот здесь вот создадим цилиндр. Прямо вот так вот на самом краешке. Так, переведем его в полигональный объект. Converted W poly. Команда inset вот тут вот немножко сделаем вот так. А потом команда extrude еще вот приблизительно вот так. Создали вот такую штуку. Теперь копируем ее на другую сторону. Вот сюда вот. Вот так вот. Скопировали. Теперь скроем все, кроме них. Для этого нажмем Hide Unselected. И создадим Extended Primitive HOS. На виде из перспективы. Создадим HOS. Покажем верхний объект. Покажем нижний объект. Он у нас вот так вот все это сделает, непонятно. Тут поставим 0.75. И тут, пожалуй, нет, не 0.75, просто 7.5. И тут 7.5. Угу. Вот так вот. Он сделал. Сейчас опустим пивоты. Пивоты опускаем. Пивоты опускаем. Так, что-то тут у нас непонятное образовалось. Удалим его. И создадим хост заново. Покажем верхний, покажем нижний. Посмотрим сразу, все ли у нас хорошо. Все плохо. Давайте тогда создадим его не на виде с перспективы, а на виде сверху. Покажем верхний, покажем нижний, смотрим. Странно, его как будто перекручивает что-то. Давайте разбираться, в чем причина. Так, покажем этот, покажем этот объект. 7,5. 7,5. Что его перекручивает? Абсолютно непонятно. Скорее всего, что-то связанное с пивотом. Да, так и есть. На 180 градусов повернем пивот. Даже не на 180, а чуть поменьше. Приблизительно вот так вот. И выровняем диаметр так, чтобы он был примерно как диаметр вот этой вот пимпочки. Так, сделали. Тут поставим сегментов 70. Так, тут вот так вот. Этих 20. И вот тут вот еще сегментов сделаем. Давайте 14. Вот так вот. Так, теперь анхидим все.
покрасим все в серенький цвет. Так, я вот заметил, что тут прямо на самом краю не очень хорошо это все выглядит. Лучше немножко вот сюда вот отодвинуть, потому что издалека геометрия перекрывается. Так, выровняем также на этом ракурсе. Все, замечательно. Теперь Unfreeze All. Сделаем, удалим вот этот наш чертеж. Он нам уже больше не нужен. Сгруппируем все это в одну группу. И вот сюда вот пристыкуем. На примерно свое место. И отмасштабируем. Вот приблизительно вот так вот. Теперь подровняем вот этот объект. Вершинки тут сделаем вот так вот. Это все вот так вот. И вот здесь вот. И скопируем измененный вот этот объект на другую сторону. Вот так вот, замечательно. Также на виде сверху подровняем этот наш пулемет относительно центра. Ну, чтобы он вот так вот по центру примерно располагался. Так, совсем он у нас маленький, увеличиваем. Вот так увеличили. Отлично. Такой, какой он и есть. Ну, больше за сегодняшний день мы ничего сделать не успеем. Доделали до конца пулемет. На следующем уроке сделаем руку. На этом я прощаюсь с вами. До скорых встреч.